Слушаю. Я говорил с господином Хакы. Видно, он знает что-то, но молчит. Завтра он приедет в Стамбул. Если хотите, можем встретиться с ним и поговорить. Хорошо, я согласна. Ты спас мне жизнь. Я в долгу перед тобой. Просто я оказался в нужном месте в нужный час. Это уже во второй раз. Значит, на то судьба. После выстрела я слышал голос, кажется, моего покойного сына. Этот голос был похож на голос Демира. А потом я увидел тебя. Ты называл меня папой. Почему ты молчишь? А? Скажи что-нибудь. Как бы вам объяснить? Я не знаю. Просто... Ко мне никто так не относился. Вы стали мне как отец. Вы заботились обо мне как отец. Видно, в тот момент вы стали мне отцом. Я не помню, что я говорил тогда. Послушай, теперь я твой отец. А ты для меня мой сын. Хорошо. Подожди, стой. Не уходи. У меня просьба к тебе. Я больше никому не доверяю. Если это в моих силах. Ослы. Наджи оболгал ее. Напугал девушку и сбежал. Коркут, найди мне ее. Не волнуйтесь за нее, ослы не пропадет. Нет. Если ты приведешь ее сюда, я бы... Что вы? Парень, послушай, я и сам не понял. То есть, в таком возрасте я сам не ожидал от себя... Я не думал, что такое возможно. Но это любовь. Ты понимаешь меня? Найди мне ее. Это как? Получается, вы влюбились в ослы? Прошу тебя, привези ее ко мне. Нет, я не смогу. По-моему, вам надо отказаться от этой мысли. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.